сегодня после обеда зарплата пришла. 4. Как много, да? Ага. Ну, 5 600 без МГС. А с МГС получается 4. Вас приветствует московский транспорт. Трамвай следует по маршруту номер 9 до остановки МИИФ. Приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – метро «Белорусская». Следующая остановка – Дом культуры имени Зуева. В салоне трамвая держитесь за поручни. Следующая остановка – Миусская. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта.
Двери закрываются. Следующая остановка. Лесная улица. Выход метро Менделеевская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте их. Сообщайте водителю. Приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки.
Двери закрываются. Следующая остановка – МИИ. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты. Тверская застава. Приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — улица Образцова. Двери закрываются. Следующая остановка — Дворец культуры МИИ, Еврейский музей и Центр толерантности. Следующая остановка — Минаевский переулок. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. В салоне трамвая держитесь за поручни.
открываются. Следующая остановка улица Ориха. Завтраки, блинчики и прочее.
Да. Ну, поэтому завтра тоже работаем. Ну, завтра по обеду. А я уже получил там это. А там вообще хорошо. А там который.
Я вчера быстро вернулся, да? Двери закрываются. Следующая остановка – Тверская застава. Выход метро Белорусская и Белорусского вокзала. Пересадка на первый диаметр. Thank you.